Я учусь в замечательной школе номер 13 в городе Магнитогорска. Каждое утро я с удовольствием открываю школьные двери. В моей школе мне нравится все: широкие коридоры, светлые края класса, столовки, где пекут отличные пиццы. Но больше всего мне нравятся ребята и моя учительница Ирина Павловна. Наша учительница не просто нам дает знания, а учит нас быть хорошими, воспитанными и умными. Придет время, мы станем большими и будем выпускниками нашей школы. На смену нам придут новые первоклассники, и память о школе 13 навсегда останется в моей жизни. Мы сделали новую 3D-графику, и если у вас это получится, то давайте к нам.